Всем привет, друзья! Уже немало колод шамана мы с вами затестили, и даже на некоторых уже успели взять легенду, но все никак не затестили с вами одну сборочку, а именно не поиграли на шамане на порче. Кстати, это весьма интересная колода, которая обладает даже некой ОТК-составляющей. Ход партии, в принципе, будет строиться довольно-таки просто. Вначале мы с вами просто выставляемся, контролим стол, по возможности стараемся дамажить соперника и собираем комбинацию. С порчи разыгрываем чаны с водой, также с порчи разыгрываем цирковых медиков, дамажим, прокручиваем колоду. В этом нам поможет и Леди Вайш, и древние подземельщицы, какие-то раскопки. Состоятели конспектов поможет скопировать тот же чан с водой. И потом уже в лейте, если соперник ничего не делает, мы можем просто взять... дать на 10-й кристалл маны и Шараджа, и реализовать повторно все наши чаны с водой, всех наших медиков, и просто взять и заутыкашить соперника, да, это, мне кажется, реально возможно, будем с вами это пробовать делать. Ладно, здесь, я думаю, реализуем потенциал нашего спелл-демеджа и давим друида. Наманийская колдунья, которая удешевляет руку за разыгранное заклинание. Мне кажется, это весьма профитная карта, весьма профитное решение. Получим в любом случае единичку, друид с офигительным, я вам скажу, заходом, с лютыми... перегрузка, кстати, есть, да, с портала, с лютыми разгонами. Наверное, даже специально две штучки возьму, чтобы сохранять. Да, берем две карты с перегруз, перегруз с, к тому же, духовного пути. Все это круто. Так, не за ноль, да, молния в итоге у нас? Точно в лицо идем. И как насчет... Нет, искроцвет сейчас давать прохладную историю. Это мощная перегрузка. Возможно, даст парад планет, как вы думаете, друид? Может, это друид на параде? Либо он дает монетку и призыв своих зверей-защитников. Нет, это просто древний защитник. Главное не таунт, это и шарадж. Значит, греф прилива наносит урон только по столу. Это не работает, но у нас есть 8 урона с молнии с портала Змеиного Святилища, 7 урона со стола. Ну что, ребят, это летал. Вот так мы с вами друида по факту вынесли до какой-то комбы. Просто верный путь тащит. Это победка. Офигеть, круто-круто. Задавили в ранней игре. Весьма неплохой знак, значит, колода себя прекрасно проявляет в начальной игре. Так, против нас снова друид. До этого был, в общем, скорее всего, какой-нибудь клоун-друид с разгонами, правильно. Значит, здесь же у нас состоятель конспектов, начальный, начинающий, молниемет. Конспектов нет, блин, молниемета дашь, и что, да? Перегрузка. Один кристалл маны. За один кристалл маны ничего не... А, у нас монетка, кстати. Раз монетка-то, наверное, это неплохо. Да, можно будет тогда дать изготовительницу жезлов с монетки. Тогда норм. Природоведение, скорее всего, даже токен друид, мне кажется. Ну ладно. Монетка у нас, это круто. Надо чан с водой попортить. Без порчи он, конечно же, ни о чем. А попортить его можно только картами за 5. Это расколотыми грохотами, Теллоном, скрытними, мутанусами, в общем, всей грязью. Нужно до этой грязи просто дожить. Просто дает обилку, сохраняет удешевление с природоведения. Окей. Мутанус у нас есть. Но если токен друид, там максимум можно бармутуна сожрать. Мутанусы только под порчу какую-нибудь, если использовать. Верный путь. Это очень хорошо. Кстати, у шамана крутые единички. Но это молния, верный путь и по стрелушке, которые на 3 дамажатся и повторяют свой дэмэдж, если убивают существо против друида. Это было бы весьма круто. Но верный путь, в принципе, также неплохо дает доп. Ресурсы.
Если на прошлом ходу вы применили заклинание, вы раскапываете заклинание. Мне кажется, можно копнуть заклинание. Зачем сейчас перегружаться порталом, рандомить? Давайте копать. Может, грозу какую-нибудь нам дадут, и гроза реально есть. Но я пока не знаю, что это за друид. Но я возьму грозу, ребят. Я ее беру. Обязательно. А перегружаться как-то не хочется. На следующий хочется Теллана дать, получить гарантированный Шараджика. Плюс попортить. Плюс попортить наш Чан. Чтобы контролить... Нет, ребят, не токен, друид. Окей. Значит, перегрузки нет. Выстрел на 4. Это выстрел на 5. Но мы ничего не вернем. Это уже не круто. Друид дал озарение, да, которое он, кстати, раскопал с природоведения, удешевление он, соответственно, потерял. Ну, каким-то иным образом без чана с водой забрать, к сожалению, не получится. Зверь не страшен абсолютно. Значит, этими точно в лицо. Давайте затрейдим пока что. Далее Теллан, который уже ничего не портит. О, пошел разгон, окей. Значит, будет 8-й кристалл и, возможно, призыв из колоды. Да, с грозой, возможно, здесь даже ошибся. На Теллана в эту сторону. Челиками продолжаем давить. Это круто. Значит, Мутанус, скорее всего, какой-то value должен, опять же, принести. Звери-защитники пошли. Есть ли сплэш? Сплэш есть. Натиск тоже есть. В смысле, добор есть. Окей, две карты. Дш. Получаем и Шараджа. Окей, силач даже идет. Так, смотрите, значит, spell damage у нас на столе есть. Это 4 урона, правильно? С грозы. Далее 4 урона можно дать порталом Змеиное Святилище. 2-2 придется в стол отдавать. Итого у нас будет аж 3 перегрузки на следующий-то ход. 3 перегрузки. Это капец. Какие еще варианты зачистить этот стол друидский с разгона? Да, наверное, никаких. Надо удариться так. Нуралекс. Прикольно. Кстати, погодь. 2-2, да? Мы теперь перегрузились, не забываем об этом. Значит, но здесь единиц урона существа противника повторяется, если у вас действует перегрузка. Ну, мы два раза повторим, это же та же самая гроза получается на 4. Два раза на 2, тогда мы можем еще и верный путь проюзать. Смотрим, что с верного пути. Еще один оползень, оборот. Я думаю, нужно брать перегрузоч. Давайте тебя, тебя трейд, тобой в лицо. Итого неплохой такой. Неплохая такая реализация наших карт. Если будут пробафы от друида с десятки, даем оборот. И не паримся. Добор заклинания нужен. Хил, блин. Ох ты ж, блин, и сплэш. Хил и сплэш. Это мощно, конечно же. Так, значит, искроцвет. Можно попробовать дать еще раз двойной оползень, но это уже, походу, нифига не поможет. 4 дэмэджа слишком мало. Гроза бьет на 4 только. Блин, кстати, вот этот челик, он выживет, получается, да. От... А, нет, пробуждение Зера бьет на 6. Про спелл дэмэдж это совсем забыл, тогда нормально. Даем пробуждение. Блин, ну на челика не хватает, да, на подземельщицу. Прямо сейчас искроцвет давать. Придется тотем, наверное, прожимать. Ладно, давай тебя. Тотемчик пока что. Значит, на следующий добираем подземельщицы и наше заклинание природы какое-нибудь. На тотем можно, кстати, поражать кошмар и что-нибудь придумать в плане дэмэджа. Главное сейчас... Блин, на вилку мант хватает. Ух-ух-ух-ух-ух, ребят, очень много дэмэджа. Сон был бы даже круче, на самом деле, чем кошмар. Ладно, 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 смотрите, значит, это у нас... дыш, дыш, два урона.
Тут просто 18 урона, плюс десятка, если заходит, а десятка она 100% у него есть, то это ровно 26 урона, да? Не круто. Ладно, давай так. Может, даун какой-нибудь придет? Раз. Свинка не то. Оползень заработал, спелл-дэмэджа уже нет. Давай еще разочек. Это не то, ребят. Это совсем не то. Давай, скроцвет. Оборот. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, это, конечно, меньше урона. Но летало здесь пока, ребят, нет. Подземельщица ничего не дает. Блин, я таунт ему помог найти. Надо найти Чан, ребят. Чан циркового медика, но его надо попортить. Блин. Таунт — это плохо. Но и 12 урона плюс 6 урона — это тоже на самом деле очень плохо было бы для нас. Ну, даст десятку, не прокачает здоровье. А там у нас в колоде есть что? Значит, есть Чан с водой. И молнии у нас нет, да? Гнева прилива по лицу не бьют. Он даже предпочитает собирать десятки, нежели чем прожимает обилку, чтобы не умереть от молнии. Но молнии у нас все равно нет. Гроза плюс оползень, ну не знаю. Тут все трейдит. А, Тейлон на одну атаку имеет. Ну ладно, нормально. Гроза плюс, значит, оползень тут затрейдит весь стол в любом случае. Расколотый дамажит на 2. Значит, можно накинуть кошмар сюда. Забрать челика. Потом дать оползень грозу. 2-3 разменять, 1-3. Да, весь стол мы с вами здесь должны будем забрать. Значит, кошмар сюда. Гроза сюда. Оползень сюда. Трейд сюда. Трейд сюда. Неплохо. Неплохо, но опять дофига перегрузки. Шаману нужно прожать обилку. У нас, да, перегрузка. Так что Мутанус все никак не сыграет. Мутанусу на самом деле каких-нибудь клоунов не мешало бы сожрать. Какого-нибудь древнего защитника. Добирает он на этот раз уже 8-ку. Блин, ну я обилку прожал. Блин. Обилку прожал, это фигово для нас. Инструктор. Что круче? Инструктор, мне кажется, нежели чем древняя подземельщица. Но только 8 маны, конечно, да. Ты без таунта? Выключено? Да, без таунта. Добрать мы можем и гнев прилива. Это совсем не очень. Давай. Штормстрайк. Это неплохо. Надо давать. И нужно всего лишь раскопать какую-нибудь молнию. Находим портал, ребята. Находим портал, который дает летал. Но на него маны просто не хватает. Ах ты ж, блин. Какой-нибудь бы искроцвет дали. Может быть, таунт. Таунт, кстати. Таунт. Можем принять урон лицом, не пойти в лицо, допустим. Десятку он дать. Нет, надо в лицо идти, ребят. Значит, так-то только 14 урона с десяткой. У нас, наверное, не залеталит. Хотя, если есть метла, озарение, десятка, тогда леталит, блин. Метла, искроцвет, десятка, тогда летал, есть. А так мы засетапились. Таунт защищает от десятки, от одной тычки. И это шанс. Налетал. Старался я тут все портить. Чан не запортил в итоге, да, и Шарадж не дает ничего. Это 2 натиска, 2 таунта, но нет десятки, и это только 14 урона. Разбить толстакового живого кожа у засранца не получается. 3 урона у нас сохраняются. Ребята, ну что я могу сказать? Это победка. Давайте сожрем кого-нибудь напоследочек. Никто же броню в друиду не даст, правильно?
из того, кого мы съедим. А метла-то была! Но вопрос, было ли озарение или искроцвет? Этот вопрос остается открытым. Если у него был искроцвет, но два озарения дал, могли быть искроцветы. Если они реально были, то друид реально мяснул и летал. Сыграли с вами две партии, и по сути особо-то и не реализовали потенциал на порче. Могли бы дать в прошлой партии Шараджа, но, блин, мы его не дали, все потому что... все потому что не попортили чан, и его нельзя было отдать. Телона, чтобы добрать... Да нет, нет, ребят, забейте, короче. Хотя Телон хорошо портит те же самые каскады, да? Ну ладно, это все затяжные карты против... Это лейт-гейм, ребят. Ну, порча — это лейт-гейм. Сразу же вам говорю, так что против каких-нибудь агроколод не пытайтесь там какой-то вэлью, супер-вэлью извлечь. Старайтесь именно по руке играть. Ну, блин, это крутой старт. Если в прошлом году вы применяли заклинание ауеш, то мне эта тема нравится. Давай. Оборот. Окей. Расколотый грохотун портит чан с водой, это опять ауешка. Так что смотрите, смотрите. Это круто. Мастер игры. Дыш. Ну, как думаете, секреты есть у этой роги? Ну, я могу законтролить все, в принципе, и так. Таким образом, Тамсин. Чан это природа, да? Чан это природа. Ну, просто, значит, тушка 1-3 у нас на столе. Значит, сейчас копаем заклинание. А потом с монетки... А, на прошлом ходу, да. А этот перегрузоч не дает возможность мне дать... Элемы сейчас, да. Так, что это за заклинание? Что он за карты добрал? Скрывающийся покров. Вы берете двух существ... Поберете двух существ, существа разыграны на этом ходу, получает маскировку на один ход. А, то есть, ну он их не разыграл, да. Значит, ни о какой маскировке... речи быть не может, соответственно. Значит, архиеведение может тогда сразу же сейчас монетки сыграть, чтобы на следующий... Архиеведение, кстати, тайная магия. За один или больше укладывает в руку копию. Слушайте, ну это комба получается, да? Так, так. Леди Вайш, офигеть. Ну, я Талн соберу, Вайша мне один. А, она не дает, нифига. За один? Когда вы применяете заклинание тьмы за один или больше, вы кладете в руку его копию за ноль. Так я только что заклинание за один. А, тайная магия, блин, не темная, тайная. Тайная, не темная, да, понятно, короче. Значит, на следующий ход Грохотун идет. Надо порчить чан. Надо вообще-то Нагу сыграть. Блин, ну это удешевляет... А, он сам удешевляет, ок. Тогда на это повлиять я уже никак не могу. Пират Пройдоха, это его дефолтные пираты. Больше мелочи, пожалуйста. Уроки, кстати, очень много мелочи. И сейчас уже расколотый, заходит ультра круто. Контролечка плохо. Шаг сквозь тень... А, это не шаг сквозь тень, это просто манускрипт. Значит, того у него 4 удешевленные карты в руке остались. Грохотун, твой выход. Давай. Своих он тоже, кстати, дамажит. Что для нас не очень круто. Сейчас перегружаться смысл, да? Смысл отдавать под этого эффективного 8-бота молниемета. Тут можем дать тебя, тебя и вообще на 6-4. А уешник стал, это, по-моему, ультра круто. Либо одну вайш дать с чаном. Это круто, думаете? Вайш тоже она как-то на затяжных... в затяжных противостояниях, наверное, больший вес имеет, нежели чем сейчас. Ну, хотелось бы 4 спел дэмэджа по столу. Все-таки, значит, манкрик у нас тут есть. Ванесса дает элема, я правильно понимаю. Зелье иллюзии. Офигеть. Как не круто.
Значит, у него будет еще манкрик. Эффективно 8 бота пофиг. Он у меня скопирует Чан. Блин, это и Ванесса, и 1-1 теперь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну а давайте 5-3. Его тоже не круто на самом деле, да? Ну ладно. Дэмэдж нужен, ребят. По лицу, по столу. Нужен. Значит, болотное порождение нам тоже даст заклинание. Теперь Сашараджа запомнили. Есть одна карта. Он Элему разве играл? Он играл Элему. У него есть Чан, да. А какого он Элему сыграл на прошлом ходу? Кто помнит? Я вот что-то не помню. Ох ты ж, блин, ну там дых. Ну вы поняли, короче, дофиги еще Ольгар. Он даже не Ванессу решил переразыграть, а так решил, да, по грязненькому. Я тебя понял. Давайте копать. Молния двойная. Тогда, наверное, даже дадим просто Леди Вайш. Молниемета, Челика, Озарение. Две молнии на 5. И это... Возможно, даже будет летал. Как вы думаете? Возможен такой расклад? Ну-ка, отсюда что? Может, еще молния? Отсюда верный путь. Давай смотреть на этот путь. Такой ли он верный? Ну, одну перегрузку, наверное, можно получить. У нас здесь 2 маны, это будет. Значит, это стоит 6. Эту перегрузку мы сейчас... деактивируем. Значит, здесь будет 6, 8, тыш-дыш. Наверное, не хватит, да? Но надо брать все равно обе вещи в лицо. Сейчас он может дать Чан прокачанный в стол, но, наверное, это будет медленно. У нас будет 10 маны, кстати. Он даже манускриптик дает, чтобы Чан, наверное, покруче сыграть. Чан так... В лицо даже Чан, надо же. В Чан в лицо, больше Ольгар. Но если ты оставишь 3-2 на столе, дружище, ты будешь очень сильно наказан. Так. Оползень. Значит, 1, 2, 4 маны. 4 маны. Тут, наверное, даже без состоятеля конспектов можно столько дамаджа нанести. Но две молнии все-таки... А, кстати, это тоже мощно бьет. Spell damage действует на Storm Strike. Значит, 4, 6. У нас еще 3 маны сверху. 2 отсюда. И все, да. У нас может быть 9 маны. А тут 4, 6. Дыш-дыш. Не хватит, да, чуть-чуть. Тогда, может быть, ходик-то потерпеть. Сейчас дать тебя. Ну, под контролечко, все дела. Тебя дать. Рокбайтер закинуть. Тотем прожать. Лицо сходить. Все. Значит, ну, Алекса, шаг сквозь те... Ой, Алекса плюс этот... Красный дым, это 16 урона, 19 урона. Алекса себе на лицо, ладно. Блин, Алекса себе на лицо, это фигово. Нужен еще какой-нибудь spell damage. А он у нас есть? У нас теперь это тупо только 2 молнии, которые бьет на 5. И плюс, значит, это, да, будет бить на 6. 2 молнии на 5, плюс... Вот эта тема. Ах, ты ж, блин, а, отыгрывает от всего. Ладно, давай инструктора тогда кидать. Похищение жизни не пойдет. Всплеск лавы, наверное, медленно. Дадим тебя. Это все-таки не дэмэдж. Дух дикого волка — это перегрузка, но она нас спасет, я думаю. Находик, давай. И нужна единичка какая-нибудь.
Верный путь, давай. Хотя бы одну карту, чтобы не перегружаться. С волков уже одна перегрузка есть. Поток. Блин, поток сейчас за один, кстати, да? Молния. Удар. Ну, наверное, скоросвет поток надо дать. Наверное, надо дать поток, потому что уже и Ольгры, и все дела. Итого у меня будет 7 маны. 7 маны, в принципе, достаточно на один. На одну молнию, блин, на одну молнию это не круто, конечно. Не получается, не получается тут пока все красиво мутить. Связной. Может, тогда Вайшадам так и быть, кладете заклинание с рангом. Да, напрягает, напрягает очень рога. И прохилилась вовремя, и давит нас неприятно очень. Алексу, кстати, отдала. Какой дальше будет у нее вин кондишн? Коварные вот эти удары. Это секрет рога. Как оказалось. Манускриптик дает даже, да. А, кстати, цепнуха фуловая теперь у нас, да. Так, еще раз считаем. 4, 6, 2 молнии летал, не дают, а одна молния на 5, у нас 6 на столе тоже, да, не отлетало. Значит, тогда надо давать СПД, плюс, ну, либо без СПД, тут все как бы контрится нормально, да, а без СПД, если... Не, без СПД, наверное, не круто. 3 хп остается у этого челика. Ну, тогда, наверное, даже начинающего молниемета круче. Это 3 плюс 3, да. Потому что нага слишком дорогая. Дыш. Хил на 5, давай. Отдаем часть комбы, окей. Будет ли СПД забирать? На волоске рога тут отлетала, буквально остается. И нас может тоже подлеталить, поддамажить. Так что аккуратно. Теперь, кстати, у нас ванов получается, да? Если умрет наш начинающий молниемет с двойным состоянием аспектов на молнию. Да, рунищик сферы сразу же убирает, убивает СПД, но если у нас выживает хотя бы тотем 1-1, то дэмэджа, я думаю, нам здесь должно хватить. Так. Ну, смотрите, затянулась партия, это достаточно затянулось, нашел Ольгу, но все равно темп уроги очень высок. Так что не получается у нас и Шараджа реализовать. Мы даже за все эти 3 партии не нашли ни разу наших цирковых медиков. Вот как-то так, ребят, бывает на самом деле. Давай, тебя, тебя. Молния на 4. И еще одна молния на 4. Ну и Рога, я думаю, сдастся. Это победка, ребят. Очередная сверхуверенная. Шаман на порче. По факту контроль шаман. Нифига не ОТК шаман. Тащит и побеждает. Все видите сами. Дечка огонь. Ну что, ребят, колода показала себя сверхуверенно, сверхкруто и в какой-то степени реально этого шамана. Даже можно в первую очередь назвать не шаманом на порче, а контроль шаманом. А шаман на порче это какая-то доп составляющая, которая реализуется, наверное, против каких-то медленных контроль-колод. Очень жаль, что не было престов. Вот этот вот ОТК потенциал, я думаю, мы бы против них реализовали по полной. Ну а если дека понравилась, показалась интересной, обязательно прожми лайк. Возможно, даже затестим ее поподробнее на стриме. И до скорых встреч в следующих видео. Жду вас на стримах. Всем удачи и пока-пока.